Для нас красота – это когда мы берем какие-то простые формы и путем большой температуры и каких-то смесей, глазурей превращаем это в предметы, которые, на наше мнение, являются какими-то там космическими. Космос – это наша красота. Вдохновение? Вдохновение. Наше окружение, не знаю, что для нас вдохновение может быть? Это когда люди приходят и говорят: слушайте, ребята, у вас такие офигенные вещи, нас это очень вдохновляет. Вот такая вот история.